Долгожданная дорога на Уусинг, строительная экспертиза и реконструкция аэропорта. Это одни из главных направлений в работе заместителя губернатора по взаимодействию с федеральными органами власти. Сергей Сурков встретился с региональными журналистами и ответил на главный вопрос, зачем в администрации ввели такую должность. 14 ноября 2014 года Сергей Сурков вступил в должность заместителя губернатора по взаимодействию с федеральными органами власти. Новый для администрации округа пост обусловлен нарастающим количеством контактов с федеральными структурами. Один из важнейших вопросов, по которому новый заместитель будет сотрудничать с федералами – дорога на Уусинг. Этот объект строится на условиях софинансирования. Из федерального бюджета выделяется порядка 10 миллиардов рублей. В связи с непростой экономической ситуацией в стране, достаточно тяжело идет этот процесс, именно процесс выделения денежных средств, поэтому требуется постоянное участие, постоянное хождение по кабинетам, убеждение руководителей разных рангов, да, что строительство этого объекта необходимо. Опять же скажу, что вы, наверное, сами все знаете прекрасно, мы единственный субъект, который не имеет автомобильного сообщения с другими субъектами. Второе приоритетное направление в деятельности нового заместителя – создание в округе системы строительной экспертизы. До 2008 года она работала, и заключение на проектную документацию можно было получить, не выезжая в Архангельск. С возвращением полномочий из области в регионе предстоит восстановить эту практику. Минстрой России уже одобрил структуру, которая будет работать на базе стройжилнадзора. 4 специалиста прошли обучение и с нового года могут экспертировать строительную документацию. Это существенно сократит драгоценное время и окружение. Деньги. Поможет сохранить бюджет и передача в федеральную собственность 18 вертолетных площадок. Их годовое обслуживание обходится казне в 400 миллионов. Взаимодействие с недропользователями также пойдет на пользу финансам региона. Это тоже такая большая часть работы, которая требует постоянного участия. Мы находим взаимодействие и консенсус и с МПР, Министерство природных ресурсов, и с Министерством энергетики, и с нашими партнерами, компаниями «Зарубежнефть», «Тоталь». Кроме того, в ведомстве Сергея Суркова вопрос по реконструкции аэропорта и передаче морского порта из федеральной собственности в региональную. Для его развития будут привлекаться как частные, так и окружные средства. Валентина Чибичик, Вадим Стасюк, телеканал «Север».